Кишиневу вернут деньги за поломанную елку из Украины. Облезлая елка вызвала в городе скандал. Компания, которая доставила дерево из Украины в Молдову, вернет мэрии Кишинева деньги. Об этом 18 декабря заявила ИО мэра Кишинева Сильвия Раду на встрече в мэрии, сообщает РИЛТТ. По словам Раду, партнер вернет 15 тысяч леев, около 24 тысяч гривен, полную стоимость елки и 13 тысяч леев, около 20 тысяч гривен, затраты на ее транспортировку, поскольку условия договора не были выполнены. Раду также подчеркнула, что случай с елкой должен стать для чиновников мэрии уроком при составлении контрактов. Ранее в Кишиневе произошел скандал из-за новогодней елки, которая приехала в город с обломанными ветками. В ответ на возмущение горожан, Раду распорядилась убрать установленное дерево и купила новое на собственные деньги. Напомним, на открытие главной елки Киева будут пускать через рамки металлоискатели. Как сообщалось, в Одессе для елки на Дерибасовской срубили 400 сосен. По материалам сайта newsgro.com.